Апрель. Природа начинает освобождаться от снега. Уже почти освободилась, кстати. Текут ручьи. А у нас родились собаки. Как я уже и говорил ранее. 6 штук. Ну, один в будке. Я там оставил мамане его, чтобы она не волновалась. А этих рассматриваем. Им сегодня 6 дней. Вот они. Все маленькие щенки похожи на бульдога. Вот этот орёт очень громко. Очень громко. Вот они маленькие. Вот у нас маманя пришла. Маманя стоит на задних лапах. Так, вот куда ты его? Куда ты его зовешь? Не зови. Пусть поорут немножко. Так, подожди. Сейчас мы тебя... Стой. Сейчас взвесим. Оп. 670 грамм. Так, сейчас мы его рассмотрим и отдадим ей, чтоб успокоилась. Кобель, это видно. Отдаем. Так, ты громче всех орал. Красавец. Тоже кобель. И очень крикливый. Будет хорошим охранником. Взвесим. 650 грамм. Вот он. Сейчас посмотрим, как ползать умеет. Так, на тебе еще одного. Успокаивайся. Так, уже нагадили. Хвостик. Это какой-то мелкий вроде бы. 560. На, будешь этого брать? На, маманя. Так, осталось 2. Так. На весы. 590. Какой-то сонный. Так. А этот в говне измазался. И уснул. Господи. Вот. Весы не испачкай. 670 грамм. На. Мамочка. Раскакают, значит, сытые. Ну все, пока. Давай вот здесь еще покажу их вам. Вот они как тут лежат. Она подлизывает за ними какашки. Поэтому здесь у нее все чисто. Вон они ползут к ней. Разыгрывает из себя маманю. А сейчас уходила от них на час аж. Ну уже тепло. Днем так вообще шикарно. Ночью -5 был. Ну, нормальные. Они в кучу собьются, им тепло. Ну все, пока.